Остается делать. Держи. Все плачет и плачет. Как бы не было, хорошо, Яночка. Палки потеряла. Ночью обратно я воевала сильно. Да вы не знаете ее, и мы не знаем. Всем большой привет. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Наборчик вам. А на лавочку давай. Да, фикса нужно на лавочку. Да. Иван Иванович, как ваши дела? Кто он нас смотрит, помнит, жену недавно похоронил. Вам еще люди 2000 передали, держите. Держите. Все плачет, уже как приедем. Плачет. По Интеру видели. Видели тебя уже? Видели тебя уже? Еще да. Увидят. Поехали мы. Давай. А держу. Держись. Ну что делать? Что остается делать? Держись. Все плачет и плачет. Донесете? Донесешь сам? Донесешь. Точно? По одному пакетику донесу, по одному донесу. Да. Ну, до свидания вам. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Все, не плачьте. Держитесь. Иду, иду. Слышим. Здравствуйте. Иду, и бегу. Палки потеряла. Выходи. Ничего страшного. Потеряла. Ой, Яночка, целая. Проходи, внучек. Ой. Как у вас дела? С Божьей помощью, слава Богу. Вот и хорошо. И хорошо, да. Как бы ни было, хорошо, Яночка. Что теперь делать? Уже я ничего не поделаю. Вон огородик собрали. Собрал. Грушу закрываю. Молодцы какие. Зима придет. Придет. Проходите. Здравствуй. Здравствуй, Валюша. Проходи, внучек. Вот, игрушки решила закрыть. О, это. А так ничего. А так помаленьку, а так потихоньку. Кто-то держит. Тут вот еще чуть-чуть, а так. Немножко, да? Немножко, да, вот в двух местах стоят эти. А так все хорошо. Я же говорю, слава Богу, с Божьей помощью, помаленьку, потихоньку. Да. Но мы рады вас видеть выздоровевшей. Последний раз были, вы болели. Да, слава Богу. Скучно, конечно, одно, и Артема нету, а так... Внука. Ну а да, он же сам опекунов. А так все нормально. Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое, что не забываете. И вам всего хорошего, и счастливо. Здравствуйте, что там? Где Люба, бабушка? Бабушка спит. Сейчас бабушка Аня спит. Побудить не будем. Не-не-не-не. Да, какой глаз есть? Ага. Открой глаза, да. Здравствуйте. Отдыхайте, лежите. Как дела у вас? Как дела? Хорошо. Хорошо. А что, день и ночь в таком положении, как плохо будет. Ну, ничего. Не подняться сама, не поднимусь, не лезть сама. Положили и лежу. Ну и отдыхайте. Вот. Сегодня ночью обратно я воевала сильно. Хватит уже. Ой, то ничего не снилось, а то прямо война обратно такая страшная. Я говорю, вам объяснять эту войну не стоит. Ой, ну а ваши дела-то как? Хорошо, все, ездим, раздаем. Да. Ой, спасибо. Да, и... Спасибо, мои дорогие. Дочка получается, да? Дочка, а сколько лет? Сестре 70 будет, ну 69 сейчас. Да. Мне 65. 70 будет, и у нее муж, а не погорельцы, мы два набора им оставляем. Да. До свидания вам! До свидания. До всего свидания. Хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, их нет, они уехали сейчас, поэтому передаем. Пожалуйста. Здравствуйте, Анна Ивановна. Как ваши дела?
Ну, немножко. Получше? Получше, чуть-чуть. Ну вот, а то последний раз были, она все унывала. Наборчик вам женский. Я думала, вас уже никогда не увижу. Почему? Может быть, еще увидите. Но попозже теперь. Ну, хорошо. Спасибо, что пришли. Даже не ожидала. Пожалуйста. Как здоровье ваше? Как уже здоровье? Сегодня получше, завтра похуже. Сегодня получше, завтра похуже. Ну, ничего, бодренькие сегодня. Да, сегодня такая. Ну, что поделать, что и вальки уже нема там на мирном. Кого да, не да, да, Петьковой нет, да. Тетя Валя. Написала? Да. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы и так сейчас, нас... сейчас я напишу телефон. Помогаете. Спасибо. Все правильно, не обижайте таких бабушек и дедушек. Да что вы, мы наоборот помогаем. До свидания вам. До свидания. Всего доброго, чтобы долго жили. И вам. И не болели никто. Чего ты убегаешь? Да, день. Что к тебе приехали? Специально? Да. Ой, мои хорошие. Да, да, день. Да вот ролик вышел с вами. Кто? Видео люди посмотрели. Ну? Когда мы были у тебя. Да. И передали вам 20 тысяч рублей. Вам и котикам вашим. Держите. Ой. Держите, держите. Ой, мама, спасибо. Чем вас отблагодарить? Ничем. Это вот люди. Это люди посмотрели ролик. Котиков ваших посмотрели. Да. И тебе, он, и котикам. Они уже спят. Все квартиры заняты. Но они нет, ночью. Нет. Сейчас их нету. Не, тебе понравились квартиры, да? Да, да. Надо еще им травки еще посыпать. Да. Дядя Жень. Да, ну всего хорошего вам. Ой, задание выполнили. Ну, спасибо тебе. А мне за что? Да, мне-то за что? Ну, дядя Жень нас благодарит. Принесли мне. Да. Дядя Жень. Ой, откуда, что и как? Ну как, вот так. Да. Всего хорошего вам. До свидания. А что за женщина? Женщина. Хорошая. Тайная любовь? Да. Женщина, кто отправил денежку, отзовитесь. Спасибо вам сказать. Да. Не знает кому. Дядя Женя. Да, да, не хочу. Кому, не знаю, поблагодарить. Кто же тебе прислал? Да вы не знаете ее, и мы не знаем. Я вот не знаю. Не можешь угадать, кто выслал денежку. Это дом дяди Жени. Отгадайте, у кого мы. Бабушки Лиды. Здравствуйте. О, начинает говорить. Ну, здрасте, говорит. Здрасте, давайте я вас обниму. Бабушка Лид, вы нас узнали? Да? Узнали? Как у вас дела? Тетёль. Сейчас тетёля спросим, как дела. Ну вот, бабушка Лида. Жива, ухаживает за ней, все хорошо. Там от Яна хочет попросить. Как дела, тетёль? Ну, так, то же самое. То же самое, да? День лучше, день хуже. Ну, ничего. Наборчик тогда оставлю. Вот так, знаешь. Да, да. Тетёля ухаживает тоже. Да. Вам гостинчик. Да. Ну, до свидания вам. Спасибо, скажи, спасибо. Ну, скажи, а Яна будет довольна. Скажи, спасибо, потихоньку. Все, все, все. Ну, все, да. До свидания. До свидания. Вчера вот Анну дождь прокапывается. Ну, пока не разговаривает, если только медленно, здравствуйте, слово смогла сказать. Мы на Мирном. Тетя Лена. Ее дом. Мы ходили уже туда. Наборчик вам. А наборчик давайте мы сразу отнесем туда, давайте, да? Давайте. Давайте. Тетя Лена, здоровья вам. Ой. Чтоб все хорошо у вас было. Я уже ничего не хочу. Хорошо. Угу. Хорошо, да. Ну, до свидания вам. Все. Всего хорошего. Кошечка, дай Бог тебе здоровья. Спасибо тебе за все. Пожалуйста. Все. До свидания. Как хорошо, что на свете есть добрые, замечательные люди, которые не проходят мимо чужой нужды и принимают участие.
Я хочу вам сказать большое-большое спасибо за ваше доброе сердце. Пусть ваша доброта вам вернется много-много раз. Я желаю вам счастья, здоровья. Благодарю также тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое-большое. Всем пока-пока.